Ему 9 месяцев. Он добрый, ласковый кот. Его привезли сюда недавно, он живет. Но он ручной, со всеми дружит. То есть вообще любвеобильный кот. Это степные кошки, они живут в Азии в основном. То есть ночная температура, она опускается там тоже. Песок быстро остывает, то есть они прячутся, стараются либо если есть дерево, то на дерево залазят, то есть прячутся от холода, либо в корневищах, как роют себе норки. Домик новый мы построили в вольере, он теплый внутри. Когда он подмерзает, он заходит и греется там. У него там кормушка, то есть тарелочка для мяса, тарелка для воды. Обогреватель, полочки, то есть он может там и полазать, у него ветка и пенек его любимый, который он точит когти. Даем творог ему, яйца, то есть для кальция, потому что он еще растет, кушает хорошо. В основном это говядина, он требует к себе больше внимания, потому что он привык с людьми общаться, поэтому мы стараемся к нему заходить чаще, играться с ним.